И сегодня мы с вами поговорим, как же мы работаем в социальных сетях, как мы продвигаем свой бизнес в социальных сетях. Хочу вас поздравить с приобретением новой профессии. Профессии нового поколения, это SMM-менеджер. Это профессия 21 века. Чем же занимается SMM-менеджер? Ровно тем, чему вы научились. Это продвижением товара и услуг в социальных сетях. Еще раз поздравляю вас с новой, модной и на сегодняшний день очень нужной профессией SMM-менеджера. Вернемся к Oriflame, Oriflame и социальные сети. Для чего нам нужны сети? Естественно, для продвижения нашего товара, для того, чтобы у нас был личный товарооборот, и для создания наших команд, то есть для создания нашего бизнеса, для увеличения товарооборота. И, конечно же, мы используем социальные сети для своих тренингов. Как же мы создаем товарооборот для продвижения нашего товара? Естественно, в социальных сетях это создание первое-наперво собственной закрытой группы. Кто входит в закрытую группу? В закрытую группу входят ваши знакомые, те, кто не захотели создавать с вами бизнес, их знакомые, знакомые их знакомых, то есть вы постоянно будете увеличивать свою закрытую группу. Что же мы делаем в этой закрытой группе? Естественно, мы рекламируем наш товар, рекламируем его вкусно, красиво, мы его продвигаем. Именно продвигаем. После того, как наши клиенты, которые входят в эту группу, приобретают этот товар, мы просим их поделиться впечатлениями. И поверьте мне, эти впечатления работают намного лучше, чем наша вкусная реклама. И даже самые небольшие группы из количества 15, 20, 30, 40 человек помогут вам сделать личный товарооборот 150 баллов бонусов. Ну а если группа состоит из 450, как здесь указано на этом слайде, то 1000 баллов бонусов в месяц вам гарантировано. Также у нас есть открытые группы. Открытые группы туда могут входить как наши знакомые, так наши и незнакомые. И посредством определенных программ по месту жительства мы привлекаем в эту группу новых людей. Естественно, когда группа открытая, у нас большее количество подписчиков в эту группу. Почему? Потому что все же с незнакомыми работать намного сложнее. Почему? Потому что они вам не настолько доверяют. Ну вот я вам привела в пример группу, где 24 тысячи подписчиков. Естественно, если вы будете давать правильную рекламу, которую мы вам даем как готовый образец, правильные вкусняшки, правильные комментарии к продвижению какого-либо продукта, у вас не то что 1000 баллов, у вас и 5000 баллов бонусов будут в виде товарооборота только с этой открытой группы. Подходим к привлечению новых консультантов. Как же мы привлекаем новых консультантов через социальные сети? Первое – это посредством личного бренда. Вот я вам пример привела нашего директора, это Севда Гюрмамедова. И как работает ее личный бренд. В течение года она создала страничку в Инстаграм, где у нее 18,5 тысяч подписчиков. То есть, что бы она ни выставляла, как бы она ни делилась в сторис, это уже работает. Почему? Потому что есть личный бренд Севды Гюрмамедовой, и люди конкретно уже идут на нее. Кстати, у нее есть еще такой момент, обратите внимание, у нее есть ссылка на YouTube-канал. А в YouTube-канале тоже очень интересные ролики, плюс информация о нашем бизнесе, плюс занятия. То есть посредством личного бренда. Но личный бренд не создается за один день, он не создается за два дня. На это нужны месяцы, чтобы люди приходили просто на то, что вы есть. Просто на то, что вы Севда Гюрмамедова. Также для привлечения новых консультантов, если мы новички,
Или если мы не работаем над личным брендом, мы работаем со своих страниц. То есть, что мы делаем? В наших занятиях это отражено. Мы со своих аккаунтов заходим во всевозможные группы, регистрируемся, смотрим на комменты, смотрим на интересных нам людей, заходим на их странички, утепляем с ними отношения и предлагаем им наш бизнес. Естественно, после этого мы предлагаем им переходить в WhatsApp или же в Telegram. И на чем бы я хотела сакцентрировать внимание? На том, что из продуктовых групп мы точно так же можем выводить новых консультантов. Вот лично я сама пришла в Oriflame на продукт. Мне очень нравилась серия Giordani. Для того, чтобы приобретать ее и делать подарки, то есть мне нужна была эта продукция больше для подарков, я стала консультантом компании Oriflame. Не забывайте об этом, и ваши продуктовые группы в социальных сетях — это житница для ваших новых консультантов, вашей большой команды. С вами была Аида Мурадова. Удачи вам в социальных сетях!